Участковый инспектор милиции нашего района был человек правдивый, чуткий, отзывчивый и потому всеми любимый. Укусит кого-нибудь блоха, тут же бегут жаловаться Кукарачи. Дела поважнее и подавно не решались без его участия. Первым, кто пожаловал к нам, когда мы переселились в новую квартиру, был никто иной, как Кукарачи. Здравствуйте. Добрый день. Собственно говоря, что происходит? И кто вы такой? Уважаемая... Анна Ивановна. Уважаемая Анна Ивановна, я участковый инспектор 3-го отделения милиции Орджоникидзевского района города Тбилиси Георгий Тушурашвили. Уф. Или просто Кукарачи, это мое прозвище. Удачное прозвище. Да, так и называйте меня. Спасибо за разрешение. Вы именно это и пришли мне сообщить? Не только. Мама! Здравствуйте. Здравствуй. Уважаемая Анна Ивановна, я беру на заметку всех несовершеннолетних, проживающих в нашем районе, так как мне поручено следить. Будьте добры, подайте, пожалуйста. Пожалуйста. Продолжайте. Мне поручено следить за их поведением вне школы и семьи. Уважаемый Кукарачи, вы адресом не ошиблись случайно? Да вряд ли. Сейчас проверим. Улица Мара, дом 12, первый подъезд, четвертый этаж, квартира номер 8, Владимир Иванович Гуриели. Неужели ошибка? Ошибка, уважаемый Кукарачи. Супруг мой Владимир Иванович сейчас в командировке и временно отсутствует. Я сама занимаюсь воспитанием своего сына. Помощники в вашем лице мне не нужны. Так что пусть милиция не беспокоится по этому поводу. Напрасно вы так говорите. Уважаемый Кукарачи, я знаю, что говорю. Поэтому о милицейском надзоре вообще не может идти речь. Напрасно вы так, Анна Ивановна. Да что вы заладили? Напрасно да напрасно. Я попрошу вас, пожалуйста, в будущем не утруждайте себя подобного рода визитами. Ну что ж, дай бог, чтобы никогда вам не пришлось ко мне обращаться. Скажу вам откровенно, в возрасте вашего сына я и покуривал, и в кости был не прочь поиграть, и даже обзавелся татуировкой. Ну что вы, я вам верю. Оно и видно по всему. Зачем же так, Анна Ивановна? Я к вам не ссориться пришел. Прощайте. До свидания. Как тебя зовут? Томас. Спасибо, что руку мне не откусил.
Может, посмотришь на меня? Что вам нужно? Ты одна? Нет. Здесь заведующий и главный провизор. Позови обоих. Готовое лекарство я сама отпущу, а если у вас рецепт, оставьте. Закрыто. Шабаш. Я спешу. Зови сюда заведующего и главного провизора. Куда вы идете? Провожу тебя. Ну и где они? Ушли. Вот, отлично. Значит, здесь теперь ты хозяйка. Что вам все-таки нужно? Ты знаешь сама. Ампулы лежат в сейфе. Ключи у заведующего, он завтра придет и... Никаких завтра мне нужно сейчас. Сию же секунду. Я позвоню, спрошу. Не бойся. Операция окончена, полный порядок. Целую следы ваших ног. Можете спать совершенно спокойно. Между прочим, я знаю, как вас зовут. Инга, верно? И живете вы на Кобылецком подъеме, дом номер 129. С сегодняшнего дня каждый твой обидчик – это мой обидчик. А всех своих обидчиков я давно отправил на кладбище. Помнишь, как у Галактиона Табидзе? Два брата. Тополь жизни древа и древо смерти, кипарис ветвями, сладостно сплелись, даруя смерть от юной девы. Вот пистолет. В нем 7 смертей. Одна моя. И грудь открыта ей. Посиди так еще секунду. Сейчас тебя можно писать Богоматерь. Не хватает только младенца. В любви Инги Муртало не объяснялся. Зимой и летом курдский парнишка Маратик каждое утро приносил ей от имени Муртало корзину живых красных роз.
А в конце каждого месяца какой-то незнакомый мужчина приносил Инге 1000 рублей. Здравствуйте. Госпожа, Мурталов шлет вам свой долг и просит прощения за задержку. Ну и что ты с деньгами делаешь? Я вообще не притрагиваюсь к ним. 12 000 рублей. 12 000 рублей – очень большие деньги. Как же мне быть? Потрать их. Да разве дело в этом? Как мне жить дальше? Не знаю. Скажу только одну единственную вещь. История, в которую ты влезла, скверная. Уж ты мне поверь. Как же мне поступить? Тут я тебе не советчик. Пока он ходит по этой земле, сорвать такую розу, как ты, он никому не позволит. По-твоему, на него не найдется управы? А милиция, а суд, тюрьма? У нас же есть законы. Дурочка, тюрьма для них, что дом родной. А на все остальное им наплевать. Значит, ты не можешь помочь? И мне нет спасения? Нет. Жди, пока он не отстанет от тебя сам. А когда это будет? Кто знает. Неужели нет выхода? Есть. Какой? Смерть. Чья? Одного из вас. А если сделать так, чтобы его арестовали? На каком основании? Он провинился перед тобой? Да нет, вроде. Так за что ж его арестовывать? За то, что он влюбился? Ну, тогда половина человечества придется арестовать и засадить в тюрьмы. Устрой мне свидание с ним. Он сам появится. Подожди. Не могу, я срочно должна его увидеть. Иди в Нахаловку, разыщи там Колу. Он знает наверняка, где Мурталло. Мурталло? Да. Что за вопрос, милая барышня? Мурталло человек прогрессивный, очень благородный и культурный. Вы не поняли меня. Где его найти? Да кто вам на это ответит? Его адрес, милая барышня, весь Советский Союз. До свидания. Всего доброго. Да пошлет вам Бог здоровья. Заходите, открыто. Здравствуйте. Добрый день. К вам можно, Анна Ивановна? Пожалуйста. Чем вызван ваш сегодняшний визит? А это что, бамбуковая трость? Это обыкновенная удочка. А книжка, которую я принес, Уголовный кодекс Грузинской ССР. Но какая связь между моим домом и этими предметами? Как известно, с помощью удочки ловят рыбу, а с помощью Уголовного кодекса преступника. Разгадать этот ребус я не в состоянии. Объясните, пожалуйста, в чем дело? Производство рыбного, звериного и других водных добывающих промыслов в морях, реках и прудах недозволенными орудиями, способами и приемами наказывается лишением свободы на срок до 1 года. Или исправительными работами на тот же срок. Или штрафом до 1000 рублей с конфискацией добытого. Что будем делать? Конфисковать незаконно добытую рыбу я не могу, хотя бы потому, что она уже съедена. А следы ореховой кашицы у тебя на лице. Уважаемый Кукарачи, надеюсь, до конфискации мебели и пианино все-таки дело не дойдет. А что касается грецких орехов, возмещу очищенными. Вообще-то я впервые слышу, что ловля головастиков карается законом. Ни в коем случае, Анна Ивановна. К
Карается лов рыбы с применением взрывчатых и отравляющих веществ. А удочкой можете ловить сколько угодно. Как вы ловили рыбу? Отравили воду кашицей из неспелых орехов. Неужели, Томас, это все правда? Противный мальчишка. Пошел вон. Я там был и сам видел. Как, ты видел? Да. Прекрасно. Видел и не остановил их, да? Предпочел прийти ко мне и читать мораль. Извините, Анна Ивановна. Явился наконец. Пришел. С днем рождения, королева Грузии. Пусть хранит тебя святая Дева Мария. Как ты вошел сюда, интересно? Как ты сюда вошел? Через дверь ты ее не закрыла. Неправда. Дверь была заперта. Вполне возможно. Но я пришел и сказал: Сим-Сим, откройся. И дверь отворилась. Произнеси те же слова и уходи. Что тебе нужно от меня? Ничего. Вообще ничего? Великолепно, мне это очень нравится. Человек присылает мне розы. Каждый месяц передает деньги. Человек, имя, фамилия и профессия, которого мне даже неизвестны. Который бросает тень на мою репутацию, который разогнал всех моих поклонников, и этому человеку от меня ничего не надо. Чего ты в конце концов добиваешься? Я ничего от тебя не требую. А я тем более. Убирайся отсюда! Розы верни, если можешь. Как? Как хочешь. Изволь завтра же. Учти, ровно 365 корзин, не меньше. И чтоб ни одной белой, только красные. Я не просила присылать эти корзины. Розы увяли, их больше нет. А деньги целы, забирай и уходи. Мертвая бумага! Вот что такое деньги. Розы были живые. Я загадок твоих не понимаю. Забирай деньги и уходи. Выпей за мое здоровье. Благослови, и я уйду. Говорят, что ты подлец, вор и убийца.
Говорят. Кто ты на самом деле? Просто я вольный человек. Где хочу, там и живу. Как хочу, так и поступаю. Тебе сколько лет? 30. Почему все боятся тебя? Потому что я не боюсь никого. Что бы ты со мной сделал, если бы я тебе отказала? Ну, тогда в аптеке. Убил бы. А сейчас? Сейчас убью себя, если прогонишь. А меня? Тебя нет. Врешь. Угрожаешь? Нет, клянусь тобой. Врешь. Хочешь, убей меня. Знаешь, что не сумею, потому и хорохоришься. Рискни. Это совсем не страшно. За меня, между прочим, тебя и наградить могут. Слишком много ты о себе воображаешь. Я? Как раз все наоборот. Надоело, хватит поясничать. Оставь меня в покое. Я скорее умру, чем соглашусь на это. Уходи немедленно! А то я закричу, и прибегут соседи. И много их прибежит? 20! 20 трупов и вынесут. А ты и вправду убивал людей? Человек сам себе подписывает приговор. От твоей воровской философии прямо тошнит. Убирайся сейчас же. Напрасно, Инга, ты стараешься меня прогнать. Я тебя ведь не в карты выиграл, ты для меня божий дар. Завтра же заявлю в милицию. Ох, как я испугался. Неужели ты действительно ничего не боишься? Я раньше боялся. Боялся уйти из жизни, не испытав любви. Но этот страх теперь прошел. Я самый счастливый человек на свете. Уже не важно, когда придет моя смерть. Отпусти. Слышишь? Уходи сейчас же, сию же минуту. Не позорь меня. Отпусти. Отпусти меня немедленно. Убирайся отсюда, мерзавец. Люди кругом. Люди, толпа. Завтра они... Назовут тебя Святой Магдалиной и будут валяться в ногах у тебя. Войны Кукарача со своим танком противотанковый ров провалился. Ни туда, ни сюда. Выбраться из ямы не может и нашим сообщить не может. Конец Кукарача из сил выбился и прямо в танке уснул. Просыпается от каких-то голосов. В щель смотрит и видит. Вот тебе на. Финны два легких танка пригнали. Кукарачин танк тросами зацепили и давай тянуть. Вытянули танк изо рва. Их своим потащили. Думает Кукарача, так дело не пойдет. Запустил он мотор, развернулся, понимаешь? Да как, газанет? Но тросы выдержали, и Кукарача два легких финских танка за собой поволок. Финны испугались, танки побросали и давай к себе драпать. За это ворошило в Кремле. Орден Красной Звезды с себя снял. Кукарача на грудь нацепил и говорит, молодец, Кукарача, взяли он каргибичиха. А Кукарача спрашивает, батона Ворошилов, а откуда вы грузинский язык знаете? А Ворошилов говорит, батона Кукарача. Меня Иосиф Виссарионович научил. Да. Неужели сам Ворошилов орден нацепил? Холодная вода, как думаешь, испугался? Ну, да. А я научился плавать. Сейчас посмотрим. Видишь? Давайте на перегонки. Давай. Просто грек, ты куда? А вы что, не слышали? Он же плавать научил. Вот это новость. Смотри, я здоровья.
ребята! Держитесь! Эй, вы! Быстро все на берег! Помоги! Это вы мне помогите, бродяги, я же не умею плавать! Разберись, Тушурашвили или Чебурданидзе. Кто затеял это купание в Куре? Признавайтесь. Подойди ко мне. Чего руки распускаешь? Ты мне кто, отец? Нет, но из твоей головы дурь выбью. ВРЭ уже вас не устраивает. Сегодня искупались в Куре, завтра в Черном море и Дарданеллах, послезавтра в Босфоре, потом в Средиземном море. Какой там пролив? Гибралтарский. Да, может, еще и в Атлантический океан залезете. А можно и в Индийский, если плыть через Советский канал. Кругосветные путешествия. Тоже мне Магеллан нашелся, заткнись, второгодник. Ну что, куда тебя понесло? Нахлебался воды? Балбес, зачем полез в Куру, ослиная голова? Допустим, утонул бы я, так черт со мной. А если бы ты утонул, как бы мы посмотрели в глаза твоим родителям? Как бы мы им сказали об этом и что бы с ними было? Марш отсюда! А подводную лодку вы здесь оставляете? Забирайте этого героя, пока я его не утопил собственными руками. А ну бегом! Поднимайся. Эй, ребята, подождите! Не обижайтесь на меня, ребята. Служба есть служба. И еще у меня есть одна просьба. Не говорите никому, что Кукарача не умеет плавать. Инга стала неприкосновенной королевой нашего квартала. Она во всем чувствовала сильную и невидимую руку Муртало. Ты вызывал меня, Давид? Когда ты научишься порядку? Совсем разболтался, как положено обращаться к начальству, товарищ майор? Лейтенант Тушурашвили по вашему приказанию явился. Понятно? В чем дело? Разрешите обратиться, товарищ майор? Эй, брось, не валяй дурака. Заговаривай зубы своей бабушки. Слушай, я же тебя при посторонних величаю чуть ли не генералом. Давай хотя бы наедине нормально общаться. Мы с тобой, брат, на службе. В гостях, в ресторане, дома, другое дело. И так на меня в наркомат анонимки сыпятся. Сабашвили, мол, берет на работу своих дружков. Угощайся. Не курю, спасибо. Ого. Давно? Со вчерашнего дня. Ха-ха. Хочешь умереть здоровым? А кто на тебя строчит?
Да сволочь всякая. Видно, времени свободного много. А ты им скажи, вы чего же хотите, чтобы я набирал в милицию неизвестно кого, да еще давал бы этим людям оружие в руки? Легко учить, когда в голове пусто. Так, поступила коллективная жалоба с Кабулецкого подъема. Наша обязанность разобраться. Вызови девчонку, побеседуй. Заявление. Мы вынуждены сообщить, что в нашем квартале проживает некая особа легкого поведения Инга Лаляшвили. Она курит и ведет распутный образ жизни. По ночам у нее горит свет, играет музыка, и звон стаканов мешает нам спать. Доводим также до вашего сведения, что она состоит в интимной связи с бандитом Муртало. Фамилия нам неизвестна. Да-да. В интересах нашего общего дела позвольте привести всякую, заранее извините, похабщину, которая доносится из этого гнезда разврата. Слова. Даура, Атанда, проститутка, барыга, шмон, падла. Прекрати. Я же читаю. А? Там много чего написано. Песня. Судья, сволочь, аферист, чтоб ты провалился, за что срок мне припаял, в чем я провинился. Да что с тобой происходит? Эта самая Инга действительно путается с подонком Муртало. Весь город об этом судачит. И мы давно охотимся за ним. Но поймать с поличным никак не удается. Хитер мерзавец. Разрешите идти, товарищ майор. Иди, иди, ты тоже фрукт порядочный. Начальник, не стучи, ее нет. Нет? А где она? На работе, наверное. Она плюет на твои повестки. Ее ничем в милиции не заманишь. Девка отчаянная, образованная. О. Да. Чего смеешься? По-моему, вас зовут Инга. Ну, допустим. Не допустим, а точно. Да, я Инга, а ты кто? Участковый Кукарача, который трижды приглашал вас в милицию. А-а-а, ну и что тебе угодно? Об этом вы узнаете в милиции. Ты думаешь, меня туда так легко затащить? Если бы я так думал, не стал бы лазить на ваш подъем, но в милицию я вас приведу. Ну, разве только волоком? Подумаешь, я два финских танка в наш штаб приволок. Правда? Да. Каким образом? Завтра в милиции я расскажу эту историю подробно. Приходите в 9 утра. В кабинет Георгию Тушурашвили. Вот как? Да. Кукарача лучше звучит. Пожалуйста, зовите меня Кукарачей. А может, не будем тянуть до завтра? Пойдем поговорим у меня. Сегодня не стоит. Вы, наверное, устали на работе. Зайду как-нибудь в другой раз. Жду завтра в 9. Хорошо. Инга, там в дверях я оставил повестку. Я же не знал, что встречу вас на улице. Можете порвать ее на мелкие кусочки, не читая. Хорошо, порву. До свидания. До свидания. Обормоты. Что же вы делаете? С ума сошли? Легкие свои травите. Высушиваете мозги. Жить надоело. Могилу себе роете. Зачем обрекать себя на медленную смерть? Лучше сразу покончить с собой. Притихли герои. На. Держи. Раз, два и готово.
Что же мне делать теперь? Вас пристрелить или себя? Черт, попался. Ты почему не учишь уроки? Тебе не здоровится? Что-нибудь случилось, Томас? Что случилось? Я тебя спрашиваю. Добрый вечер, Анна Ивановна. Здравствуй, Кукарача. Проходи. Куда направился? Останься. Присаживайся. Спасибо. Ты, естественно, пришел по делу. Что он натворил? Опять отравил воду в куре? Или ограбил банк? Может, убил человека? Что это такое? Большая советская энциклопедия, Анна Ивановна. Том 8. Считаю своим долгом прочесть вслух несколько строк. Вы позволите? Зачем было утруждать себя? У нас энциклопедиями все полки забиты. Не сообразил. Это ко мне относится или к нему? Вообще-то к нему, но желательно, чтобы вы тоже послушали. Интересно. Просим, просветите нас. Никотин. Алкалоид, содержащийся в табаке, назван по имени француза Жана Нико, который ввез его во Францию из Лиссабона в 1560 году. При курении табака никотин всасывается в организм. Сильный яд. В малых дозах действует возбуждающе на нервную систему. В больших вызывает ее паралич. Никотин – один из самых ядовитых алкалоидов. Несколько капель никотина, сразу введенных человеку, могут вызвать смерть. Ну, а дальше? В каком смысле? Тут, Анна Ивановна, про похоронные расходы ничего не говорится. Я не об этом. Когда ты увидел его с папироской, что? Что ты сделал? Ничего, вот к вам пришел. Он курил один? С приятелями. У них я уже взял расписки. Какие расписки? Сейчас. Я Дудуду Борджгинидзе даю слово пионера, что никогда в жизни не буду не только курить, но даже смотреть на папиросы. Клянусь папой, мамой и своей бабушкой. Дудуду Борджгинидзе. Мне все ясно. Оказывается, дело в расписке. И борьбу с никотином можно считать законченной. Как ты смел, негодный мальчишка? Зачем так, Анна Ивановна? Не вмешивайся. Я знаю, что делаю. Если бы в таких случаях помогали пощечины, я бы и сам справился. Кто его научил? Вы, Анна Ивановна. Статистика утверждает, дети курильщиков, как правило, начинают курить с малых лет. Выходит, сначала необходимо перевоспитать меня. Может, я должна написать расписку? Я, Бахтадзе Анна Ивановна, даю честное слово пионеру, что никогда в жизни... Ну, знаете, во-первых, табак в Грузию завез не я, а во-вторых, большая советская энциклопедия составлена не мной.
Знаешь, кто ты такой? Кукарача! Ты шпион, шпион! Мильтон несчастный, ненавижу тебя! Проклятый предатель, ненавижу тебя! Ненавижу! Овощной ларек колхоза имени Махарадзе стоял рядом с нашим домом. Весь персонал ларька составляли два азербайджанца. Я нередко торчал у ларька, но меня прельщали не арбузы и не дыни. Я как завороженный смотрел на турецкий нож Али, которым он делал на них пробные надрезы. Не было для меня на свете вещи более красивой и более желанной, чем этот нож с черной рукояткой. Он снился мне даже по ночам. Привет, Томас. Как дела? Куда делись твои приятели? Одни отправились к морю, другие по дачам разъехались. А у тебя какие планы? Папа обещал отвезти нас в Кабулете. Он на днях должен приехать сюда. Да я не о том. Как ты сегодня собираешься провести свое время? Сегодня? Не знаю пока. Давай мириться. Поиграем во что-нибудь? Во что? В ножички, например. Что? Ну, в ножички. Отстань, кукарача! Что ты привязался ко мне? Что тебе надо? Отстань! Я пришел предложить тебе свою дружбу. Не хочу, чтобы ты считал меня своим врагом. Ну, пойдем поиграем. Только одолжи мне свой нож. У меня нет ножа. А что ты под бревном спрятал? Твоя очередь. Бросай. Эх ты, мазила. Я нарочно. Ну да, ври больше. Кукарача. Господи, ослепни мои глаза. Есть у тебя голова на плечах, а? Бездельник, лоботряс. Напялил форму и учишь бедного ребенка черт знает чему. Чтобы у тебя руки отсохли. О. Кукарача, кто же это у нас за порядком смотрит? Головорез ты, головорез несчастный. Как тебя в этой милиции держат? Улыбаешься, бесстыдник, а мне, глядя на него, плакать хочется. Ой, какие ты словечки отпускаешь, тетя Марта. Неужели никогда в жизни сладости не ела? Совести у тебя нет, чтоб ты провалился. Хорошо бы вернуть нож хозяину. Как ты на это смотришь? Отнеси ты, мне стыдно. Не переживай, я все улажу. Пошли вместе. Ах ты, сукин сын, какой нож потерял! Как я теперь торговать буду? Да я не виноват! Да я тебя похороню под этими арбузами! Ой. Попался, мерзавец! Где нож? Где нож? Ну! Чем я теперь арбузы буду? А резать? Одни убытки от тебя! Перестань, Али! Как это перестань? Он мой нож потерял! Я не терял его! Ах, украли!
Слышишь, что он говорит? Среди бела дня в самом центре города меня ограбил какой-то сукин сын. Ну куда милиция смотрит? Прекрати, прекрати. Не смей бить ребенка. Держи свой нож. А, нашелся. Как он попал к тебе, кукарача? Ты мой лучший друг, не милиционер, а настоящий золото. Спасибо, дорогой. Благодари не меня, а нашего Томаза. Его? Сокровище мое, Томас. Ну-ка скажи, быстро скажи, кто украл мой нож? Кто этот негодяй? Я ему уши отрежу. Вора поймал кукарача. Ох, попался бы он мне. Пойдем, дорогой, выберем тебе арбуз самый сладкий. Вот этот хороший. Спелый, держи. Стой, стой, стой. Еще один. Денег не надо, я угощаю. Что нужно сказать? Спасибо, дядя Али. Только дайте лучше дыни вместо одного арбуза. Какой хитрый мальчик, а? Котелок он неплохо варит. Сообразительный. Такой не пропадет. На, держи, дорогой. Ничего для тебя не жалко. Ешь на здоровье. Мама решит, что я это стяну. Разубедим. Кукарача, если ты скажешь, что это украл мой сын, я покончу с собой. Успокойтесь, Анна Ивановна, это мне подарил Али. Раз уж ты преподнес такой сюрприз, оставайся с нами пообедать. Смотри, не отравись. Ну и арбуз подсунул Али. Дареному коню в зубы не смотрят. Да. Ну ничего, в следующий раз сам буду выбирать. Скажи, пожалуйста, кукарача. Откровенно. Благодарю. Ты проявляешь такое пристальное внимание только к моему сыну и посещаешь только нас? Нет, я проявляю внимание не только к Томазу и посещаю не только ваш дом. Я участковый инспектор, и мне приходится бывать везде. Но, признаюсь, у вас я чувствую себя необычно, иначе, чем у других. Почему-то всегда очень волнуюсь, как на экзамене. Куда бы я ни пришел, все в один голос говорят: пожалуйте, уважаемый Георгий. Что бы мы без вас делали, уважаемый Георгий? А вы спорите, даже ссоритесь со мной. Кукарачей называете. Но ты же сам просил называть тебя кукарачей. Да, вы правы, я и других просил. Хотя, нет, вру, никого я не просил. И все-таки к вашему дому не знаю, как объяснить, но у меня особое отношение. Понимаете, ощущение такое, что я уже когда-то жил в этом доме, как ваш Томас. А потом в чем-то провинился, и меня выгнали. И теперь, искупив грехи, я как бы возвращаюсь обратно. Чем ты все-таки занимаешься в своей милиции, кукарача? Ну, во-первых, ловлю воров и бандитов. О-хо-хо, что-то я ни про одного пойманного тобой бандита не слышала. Ну, конечно. С тех пор, как я работаю в этом районе, они обходят его за три версты. А, это все? Нет, я отвечаю за идейное воспитание детей и правильное развитие их духовной жизни. А что тебе известно о духовном воспитании? О духовной жизни? И вообще о душе? Странный вопрос, Анна Ивановна. Душа есть душа, а духовная жизнь – это кино, театр, музыка, живопись. Короче говоря, любовь к искусству и вообще любовь. Опять выключили. Третий вечер подряд. Сейчас. Одну минутку. Дорогой мой кукарача. Не так легко в этом разобраться.
По-моему, душа. Это мысли, мечты человека, заключенные в бутылку вроде сказочного джина. Они постоянно, со дня возникновения, стремятся к свободе. И наступает такой момент, когда мы вольно или невольно освобождаем их. Но чаще всего они сами, независимо от нас, вырываются на свободу. Освобожденная человеческая мысль способна творить невероятные чудеса в искусстве, в науке, в литературе. Каждый гений для меня, внезапно вырвавшийся из бутылки, джин. Конечно, бывают среди них и непреклонные, и малодушные, сильные и слабые. Но, по-моему, это совсем не важно. Главное, что они в равной мере воспринимают счастье, обретенные свободы. Я рада, что именно тебе поручено такое ответственное дело. Скажите, где вы все это прочли? Не помню. По-моему, нигде. Просто я так думаю. А любовь тоже относится к душе? Возможно. Во всяком случае... Из всех сокровищ, дарованных Богом человеку, самое драгоценное. Талант любить. И мне жаль человека, ушедшего из жизни без любви. Знаете, я очень люблю детей. Выходит, ты счастливый? А вы? Я мать, и любить моя главная обязанность. Да, дети непростое дело. Вы вон не всегда с Томасом можете справиться. А у меня таких, как он, много. Вот и приходится, как шпиону, следить за ними, чтобы не попали в беду. Наверняка они меня за это ненавидят. Но что делать? Иначе я не могу, потому что люблю их. Да, кукарача. Трудно воспитывать детей, даже собственных. Я, Инга Амирановна Лалиашвили, родилась 19 апреля 1920 года в городе Тбилиси. Отец, Амиран Давидович Лалиашвили, скончался от порока сердца в 1926 году. Мать, Анастасия Александровна Хмаладзе Лалиашвили, скончалась в 1927 году от туберкулеза. Воспитывалась я в детдоме. Там же окончила семилетку. В 1934 году поступила в провизорское училище, которая окончила с отличием в 1936 году. Работаю в аптеке номер 128 на выдаче лекарств. Беспартийная. Не замужем. Проживаю в Тбилиси, Кабулетский подъем, дом номер 129. Здравствуй, кукарача. Здравствуйте, Инга. А я уже собирался уходить. Решил, что не придете. Между прочим, я была здесь ровно в 9. Почему же сразу ко мне не вошли? Разве ты не догадываешься? Обычно женщины всегда опаздывают на свидание. Они появляются в тот момент, когда чувствуют, что у мужчины вот-вот лопнет терпение. Это довольно остроумно, если речь идет о любовном свидании. Зачем вызывал?
Начнем с танков. Историю о танках весь город наизусть знает, говоря о деле. Документы рвать нельзя. Извини. Узнаю у Каламнишвили. Там стоит подпись не только Каламнишвили. Почему вы думаете, что писала именно она? Эта старая ведьма отжила свой век, а теперь умирает от зависти. А чего тебе завидовать? Кто ты такая, любовница вора? Этот человек любит, боготворит меня. А у Каламнишвили никого нет. Ни мужа, ни любовника, ни друзей. Вот почему эта чертова стерва сходит с ума от зависти. Тебе этого никогда не понять. Ты мужчина и к тому же милиционер. А что касается всей этой похабщины, то она наслушалась ее в своем собственном доме. Это в ее притоне кутили воры и подонки со всего города. А Мурталон никогда не приходил ко мне пьяным и никогда не произносил непристойных слов, потому что он уважает меня. Когда он у тебя бывает? Когда надо, без предупреждения. Бандитские повадки. Мурталон ни у одного человека в Тбилиси не отнял и копейки. Знаю. Но о нем в нашей картотеке есть сведения. Крайне опасный рецидивист, в Грузии не промышляет, имеет 4 судимости, 2 за убийство. Прикончил бандитов вроде себя, поэтому его не поставили к стенке. Прямо ангел, слов нет. Подумаешь, плевать я хотела на твою картотеку. Скажи, а ты бы мог каждый день дарить корзину роз любимой девушке? Почему бы нет? Наш город славится своими розами. А зимой? Зимой не знаю, вряд ли. А ты своей любимой смог бы присылать по 1000 каждый месяц? Каким образом? У меня зарплата всего 800 рублей. Значит, нет, а Мурталу присылает. Скажи, ты смог бы в день рождения любимой полететь за 1000 километров, чтобы только поздравить ее? Тоже нет. А Мурталу явится хоть с того света, потому что он никого и ничего не боится. Ни тебя, ни твоей милиции. А ты его боишься. Еще не родился человек, которого бы Кукарачи боялся. Серьезно? Вполне. Ну ладно, что ты от меня хочешь? Напиши расписку, что указанные в заявлении факты впредь не повторятся. Как они могут повториться, если их не было? Пиши тогда, что все это клевета, и заявление не соответствует действительности. Инга, ответь мне на один вопрос. Ты правда любишь эту мразь или просто боишься его? А ты хоть знаешь что-нибудь о любви? Да. Что именно? Самые драгоценные сокровища, дарованных Богом, талант любить. И несчастен человек, ушедший из жизни без любви. Кто тебя этому научил? Анна Ивановна. Анна Ивановна? Кто это? Одна женщина. Значит, ты знаешь, что это такое? Пока нет. А ты? Народному комиссару внутренних дел Грузинской ССР. Прошу довести до сведения всех органов милиции республики. В ночь с 8 на 9 марта в городе Таганроге ограблен ювелирный магазин. Похищены драгоценности стоимостью 456 325 рублей 40 копеек. Установлено, один из скрывшихся участников грабежа – грузин по кличке Муртало. В
Фамилия неизвестна. Объявлен всесоюзный розыск. Особых примет не имеет. Начальник уголовного розыска Наркомата внутренних дел СССР. Так вот, не сегодня, завтра он здесь появится. Будьте особенно внимательны. Не двигаться, Мурдало. Оставь бутылку в левой руке и вытяни ее в сторону. Можешь разливать. Я могу теперь сесть? Конечно, но на твоем месте. Я бы предпочел постоять, потому что сидеть тебе придется очень долго. Шутишь. Это хорошо, когда милиционер умеет шутить. Меня зовут Кукарача. Знаю. Спокойно, Мурдало. Покурить можно? Покури, покури. Почему через окно не вошел? Чтоб ты не ушел через дверь. Как ты догадался, что дверь не заперта? Твои методы устарели, Мурдало. Я давно не клюю на эти приманки. А ты неплохо стреляешь. Неплохо. Из пяти все пять в десятку. А что касается ножа, три в десятку, два в девятку. С какого расстояния тебя не интересует? Ты зачем пришел, Кукарача? Разве ты не в курсе? Я в Грузии не работаю. Стараюсь местные власти не беспокоить. Не стоит из-за пушки подводить меня под срок. Глупо мне, Мурдало, сидеть за ношение оружия. И потом, как известно, не подумай, что я тебе угрожаю. Тюрьма имеет не только вход, но и выход. Ну и за что же выпьем? За милицию. Да здравствует милиция. Говоришь, не стоит подводить тебя под срок из-за пушки? Не имеет смысла, Кукарача. Как правило, Мурдало таких вещей не забывает. Инга, будьте любезны, снимите, пожалуйста, и положите на стол бриллиантовые серьги и бриллиантовое кольцо. Зря ты, Кукарача, перегибаешь палку. Лучше скажи, сколько на лапу положить. Где остальные вещи, похищенные тобой из ювелирного магазина Таганрога? Сука, продала меня. Как я прозевал. Мразь ты и подонок, Мурдало. Гниль, а не человек. Знай, все тебе припомнится. Придет и мой черед. Загнешься, кровавыми слезами умоешься. Не будь я, Мурдало.
Сейчас черед мой. Кукарача, не губи меня. Кто мне поверит, что я здесь совершенно ни при чем? Все решат, что это я выдала его. Жалься надо мной, Кукарач. Ради бога, отпусти его, будь мужчиной. Отпусти его, Кукарача, отпусти его. Отпусти, если не хочешь, чтобы меня нашли с перерезанным горлом. Ты что, из-за кого-то унижаешься? Нет, нет, Кукарача, они убьют меня, зарежут. Ты не знаешь их законов, Кукарача. Отпусти его, заклинаю тебя. О чем ты просишь? Это государственное дело. Как я могу отпустить этого бандита? Я убью себя. Я покончу с собой, клянусь. Уходи. Уходи. Через окно. Поднимайся. Что тебе будет за это? Может, обойдется. Ну, молодец. Думал, Мурталов фраер вроде твоих молокососов. Он закоренелый преступник, его ищет весь союз. А этот кретин в Шерлок Холмса играет. Один прет, сам себе голова. Как называлась твоя операция? Великий сыщик Кукарача или Инга и Кукарача? Под трибунал пойдешь. Как ты смел не доложить мне об этом? О чем? О том, что пришел на день рождения, а там сидит незнакомый человек? Да кого ты обманываешь? Зачем тебя понесло туда в час ночи? Когда освободился, тогда и понесло. Ты что, уже окончательно перестал мозгами шевелить? Кто она тебе, друг, племянница? Или ты с этой девкой любовь крутишь? Ты не прав, Давид. В чем же? Морально воздействовать на людей – моя обязанность. Замолчи, не то прихлопну тебя и себя за компанию. Разве твое место в милиции? У тебя голова опилками набита. Ты же в облаках витаешь, тебе бы детским садом заведовать. Ну, случайно я на него нарвался и не сообразил, что делать. А кто стрелял? Я стрелял и промахнулся. И куда же ты стрелял? Упустил я эту сволочь, но убей меня. Ну. Вот чистый лист бумаги. Что это будет, заявление, рапорт, мне все равно. Напиши, что ты по собственному желанию уходишь из милиции. Что происходит, Георгий, а? Знаешь, Давид, я могу и заявление написать, и из милиции уйти. Меня страшит другое. Я
Я потеряю твою дружбу и перестану уважать самого себя. Я хочу искупить свою вину. Я готов сделать это ценой собственной жизни. Прошу, не выгоняй меня. Габо, зайди, пожалуйста, на минутку. Что ты решил? Немного охладить тебя. Надолго? Пока не поумнеешь. Свободы, значит, мне не видать. Хм. Не обижайся, но мне кажется, что ради возвращения Инги к праведному образу жизни стоило даже отпустить какого-то подонка Муртало. Что? Ты отпустил его? О, избежал он. Сколько можно тебе повторять? Здравия желаю, товарищ майор. Привет. Отбери у него оружие и проводи в карцер. А? Веди его в карцер. Карцер сейчас занят, товарищ майор? Занят? Да. Кто сидит? Тацминский АПО. Освободи карцер для этого голубчика. А куда деть АПО? Куда хочешь, выпусти. Как? Что он выкинул? Все то же. Кулаки в ход пустил. В буфете с него содрали больше, чем обычно, вот и... Выполняйте. Что? По-моему, я сказал достаточно ясно, капитан. Гоните к черту АПО и сажайте туда Георгия Тушарашвили. Кукарачу. Теперь понятно? Так точно. Слушай, что ты отмочил? А? Не спрашивай. С того дня в жизни Кукарачи что-то изменилось. Он как-то весь преобразился. Одни считали, что лейтенанту повезло, другие, наоборот, что судьба изменила Кукарачи. Одни доказывали, что их участковый приобрел ангельский характер, другие обвиняли его в связях с самим сатаной. В городе только и говорили о Кукараче. Что-то Кукарача зачастил на кабулевский подъем. Вчера Кукарачу видели в аптеке. Инга-то корчит из себя святую, словно и не была никогда любовницей Муртало. Выпустит Муртало из них кишки. Одеваться, правда, стало хуже, но лицо так и сияет от счастья. Вряд ли она навсегда откажется от прежней жизни. Кукарача каждый день в 6 утра уходит от нее. Может, они расписались? Какое там? Таким образом, имена Инги и Кукарачи слились воедино. Thank you.
прошу тебя, не умирай, умоляю. Только не умирай, Кукарача. Давид. Да? Эта женщина моя жена. Она чиста, как слеза, Давид. Она ни в чем не виновата. Знаю, Кукарача, я знаю. Инга, какой-то розовый туман. Не вижу тебя. Прошу вас, расскажите суду, как все это произошло. Кукарача пришел домой в час дня. Георгий Тушурашвили? Для вас он Георгий Тушурашвили, а для меня Кукарача. Я так буду его называть. Хорошо. Ответьте, пожалуйста, почему именно к вам пришел Кукарача? Кукарача был моим мужем. А кем был для вас обвиняемый? Муртало? Шалва Фридонович Хизанишвили. Я не знаю такого человека. Он сидит справа от вас, на скамье подсудимых. Этого негодяя зовут Муртало. Какое отношение он имел к вам? Он был моим любовником. Пока. Продолжайте. Пока я не встретилась с Кукарачей. Насколько нам известно, вы не состояли в официальном браке с Георгием Тушурашвили. Кукарача был моим мужем. Значит, вы отдали предпочтение Кукараче, так? Уважаемый судья, что вас больше интересует? Как этот зверь убил Кукарачу? Или мой выбор? Как вам кажется, из-за чего пострадал Тушурашвили? Кукарача не пострадал. Он убит. Зачем ты пришел, Муртало? И ты меня еще спрашиваешь? Мы с Ингой любим друг друга. Вот как? Сильно-сильно любите. Муртало, положи оружие и уходи. Только твое положить или свое тоже? И то, и другое. А наручников с собой у тебя случайно нет? А то бы я на себя их надел и пошел с тобой в милицию. Жаль, что у тебя на это мозгов не хватает. Конец тебе, Кукарача. Не пойдешь ты на убийство. Тебя за это расстреляют. Ошибаешься. Уголовный кодекс я изучил не хуже тебя. Ведь я непреднамеренно пущу в тебя пулю. Совершу убийство из-за женщины на почве ревности. Заработаю 5 лет. От силы 8. Твоя сволочная душонка большего не стоит. Тогда и меня убей, сказала я. Нет, милая. Для тебя смерть – одно блаженство, а для него – мучение. Ты должна долго жить, жить и страдать, как в аду, проклиная все на свете. По делам мне. По делам. Между нами не может быть мировой, хотя ты когда-то и дал мне шанс. Это была промашка с твоей стороны. Ты поступил как фраер. И как фраер эта шлюха тебя купила. Почему Кукарача сказал «по делу мне» и о каком шансе шла речь со стороны обвиняемого? В прошлом году, уважаемый судья, в моей квартире Кукарача схватил этого выродка и отпустил его по моей просьбе. Что? Вы не знали Кукарачу, уважаемый судья. Никто его не знал по-настоящему. А ты помнишь, я говорил тебе, что придет и мой черед? Ну вот, Кукарача. Не делай этого, Муртало. А потом?
Потом... Потом... Что с тобой, сынок? В суде была Инга. И что же она говорила? Она 7 раз выстрелила в Мурталу. Как? Так, из револьвера. Где? Прямо в зале суда? Да, прямо в зале суда. Невероятно. И ты это видел своими глазами. И она? Она промахнулась, мама. 7 раз? 7 раз. Невероятно. Это произошло 21 июня 1941 года. А на другой день про Ингу и Кукарачу все забыли. 22 июня народ был ошеломлен страшной вестью. На нашу страну напала фашистская Германия. Лишь однажды, в 1943 году, снова вспомнили Ингу и Кукарачу, когда в военкомат пришло извещение с фронта о гибели медсестры Инги Амирановны Лаляшвили. И я вспомнил Кукарачу. Вернее, он приснился мне 12 октября 1979 года в 12 часов ночи за полчаса до моего второго инфаркта. И вот что странно, во сне Кукарача по-прежнему было 21 или 22 года, мне за 50, а он все так же поучал и наставлял меня.